Еще один многофункциональный центр, возможно, появится в Северодвинске. Это вопрос сегодня стал одним из основных на встрече главы города Михаила Гмырина с местными депутатами. В Северодвинске планировалось 3 здания МФЦ для удобства жителей разных микрорайонов. Всего должно быть организовано 38 окон приема. Сегодня работают 2 центра – на Арктической, 18 и Советской, 55. Пока идет, так сказать, изучение, и решение окончательно, надо сказать, что не принято. Хотя свои предложения изначально мы направляли, и было принято решение о том, что одно МФЦ должно быть на Ягах. Поэтому, ну, я думаю, что где-то, может быть, в ближайшие месяцы мы сможем определиться конкретно по месту. По нормативам откроют еще одно отделение на 14 окон. При выборе места учтут подъезд общественного транспорта и доступность для значительного количества жителей. Напомним, что сейчас МФЦ оказывает 90 услуг разного уровня. На совещании также обсудили выполнение программы «Жилье для российской семьи». Речь идет о новостройках так называемого эконом-класса по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр. Как доложил заместитель мэра по городскому хозяйству Виктор Никонов, в прошлом году на аукцион не заявился ни один застройщик. Торги объявят снова. Сейчас в Северодвинске успешно реализуется другая федеральная программа «Жилье для молодой семьи». Город Корабелов – лидер области, жилищные условия улучшили более 500 семей. В завершении встречи мэр также дал поручение для комитета ЖКХ взять на усиленный контроль уборку снега во дворах.